И вот я так живу сейчас для того, чтобы вот прожить жизнь, не просто, знаете, прожить жизнь. Я сейчас живу, то есть для того, чтобы после моей смерти, не просто вот я себе запрошу, я не хочу прожить жизнь так, чтобы на моей могиле поставили памятник, даже в рождении и смерти на 40-й день побухали и забыли. Нет. То есть у меня такая картинка жизни не устраивает. Я хочу прожить жизнь так, чтобы мной гордились мои внуки, правнуки, чтобы даже если меня не будет на этом свете, чтобы я был в памяти у людей, которые мне смог дать любую картинку жизни. Вот это вот круто. И это двигает постоянно. Это заставляет каждый день вставать и идти вперед. То есть и... И сейчас я думаю, а вот ребенок 7 лет, который у меня есть, где она будет? То есть я хочу прожить, вот, чтобы она брала с меня пример. Я хочу, чтобы многие люди, которые есть в этом мире, которые взяли с меня пример и последовали мне. Потому что, ну, я четко понимаю картинку, куда я иду. Я четко понимаю, что я не хочу, чтобы мои дети были рабочими на заводах или работали на кого-то. Я хочу, чтобы они были свободными, здоровыми, счастливыми людьми. То есть и смогли изменить жизни многих людей во всем мире. То есть и вот быть примером для своей семьи, это, наверное, самое главное. Я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели видеоролик, и потом я закончу свое выступление. Проводить время с семьей, давать ценности и благо своей семье.
такие, каких они заслуживают. Ребята, вы заслуживаете намного большего. То есть будьте успешны. Спасибо. Константин Парвоносский!